В настоящий момент установлен собственник этих земель, на которых произведено незаконное складирование. Это земли сельхозназначения, принадлежит частному лицу. Частное лицо проживает в Рязанской области. Мы связались с представителем данного собственника, который находится здесь у нас на территории поселения, который не владеет информацией по предоставлению данного участка под складирование. То есть это является незаконным. В настоящий момент совместно с природоохранной прокуратурой, органов внутренних дел, органов полиции, да, проводится проверка по установлению лиц, которые совершили данные, так сказать, незаконную свалку вот этих всех строений. Помимо там ларьков, там еще находятся уже и разломанные деревянные конструкции и так далее, и так далее. То есть ведется проверка, меры будут приняты в соответствии с действующим законодательством. Ларьки это из Твери. Такие ларьки, насколько я знаю, в Заволжском районе сейчас убираются. Это уже, так сказать, уж... Вот. Но откуда они, с какого района города Твери, это непонятно. С учетом того, что там, как они заскладированы, можно сказать, что это вывозится крупнотоннажным грузовым транспортом с манипуляторами. То есть это 10-12 тонны. Рьяно выполняют намеки.